самый настоящий супергерой. Неподкупный, с золотым сердцем и стальными мускулами он стал самым популярным человеком города, символом чести и справедливости. Игорь, что там произошло? Сколько преступников вам сегодня удалось обезвредить? Я, честно говоря, не считал. Но вы можете сами зайти и посмотреть. Сыграем в игру? Хочу проверить, так ли ты хорош, как о тебе говорят. Если кто-нибудь узнает о нашем разговоре, пострадают твои близкие. Ты должен уйти в отставку, и взрывы прекратятся. Даже не мечтай, я никуда не уйду, это мой город. Ну хорошо, тогда играем один на один. В прошлый раз ты тоже хотел сделать все в одиночку, но мы же справились именно вместе. Дима, это вообще никак в прошлый раз. Ситуация сложная, но на месте работают специалисты, так что все под контролем. А где майор Гром? Я знаю, кто за всем этим стоит. Как его поймать? Никак. Он призрак. Дроны убьют всех, кого ты знал, пока не обнаружат твои координаты. Удачи, герой. Молись, чтобы кто-нибудь другой нашел тебя раньше, чем я.